Здравствуйте, друзья! Мы с вами ведем наш разговор с живописного фривея номер 280 в Калифорнии. И я вам хотел рассказать, что вот из новостей этой недели, или, скажем так, обсуждений этой недели, есть такая тема, что в четвертом квартале прошлого года превышен рекорд по общей сумме денег, одолженных американцами для приобретения автомобилей. То есть автомобили редко кто берет за наличку, ну, имеется в виду новый автомобиль. Вот, так обычно одалживают, там берут в банке, процент небольшой, ну, не суть. Во всяком случае, сумма эта превысила существенно то, что было раньше, и высказывается некоторое беспокойство, что как бы это дело не повлияло негативно на страну в целом, когда выяснится, что платить им нечем. В частности, это суждение основывается на том, что очень много людей, у которых плохая кредитная история, и именно сейчас пошли покупать автомобили. То есть среди вот этой суммы, там, по-моему, там 1 200 000 000 000 общего долга, очень существенная часть приходится на людей, у которых плохой кредит, плохая кредитная история. И возможно, что будет более или менее масштабный кризис неплатежей. Раньше им просто не давали кредиты. Вот. А сейчас как-то так немножко подрасслабились. Кризис вот тот финансовый прошел, стали легче давать кредиты. В частности, людям с плохой кредитной историей. И вот как бы чего не вышло. Поэтому есть такие люди, которые любят коллекционировать всякие новости с негативом, с сомнениями, с опасениями и так далее. Вот как бы для них такая новость. А мы с вами едем по живописному хайвею. Едем мы в дождливый сезон. Вы видите, сейчас дождя нет, но вы видите, как травка зеленеет. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною. В сене, Цветочка, я знал про сене. Я думал, как-то, может быть, связать с Кремниевой долиной. Вот. Но неважно так. Ну, весна у нас вон цветет. Весна, да. Цветочки цветут. На холмах стоят красивые домики. Пятница, друзья. А у нас она натурально не работница. Мы едем в город Сан-Франциско по делам. И сегодня уже не работаем. Но мы с вами сегодня встретимся в нашей трансляции регулярной, когда у нас будет пятница вечер, а у вас суббота утро в 9 утра мы начинаем. Счастливо!